Приветствую вас на своем канале. Сегодня готовим вот такой новогодний рулет. Готовим тесто. Яйца и сахар вместе взбиваем до увеличения в объеме. Добавляем разрыхлитель и муку. И все это хорошо перемешиваем. Снизу вверх. Берем небольшое количество теста и кладем в кондитерский мешок. Оставшееся тесто красим красным цветом. Противень застилаем пергаментной бумагой и белым тестом рисуем снежинки. Отправляем в разогретую духовку на 1 минуту. Заливаем тестом и равняем. Отправляем обратно в духовку, выпекаем при температуре 180 градусов. Вытаскиваем. Заворачиваем в рулет. Даем остыть. Готовим крем. В миску кладем сыр маскарпоне, сливки и сахарную пудру. Все вместе взбиваем. Thank you.
рулем наш готов. Разворачиваем рулет, убираем пергаментную бумагу. Даем еще 5 минут остыть. Рулет остыл. Смазываем кремом и кладем малину. Малина у меня замороженная. Заворачивали рулет, отправляем в холодильник на 1 час. Вот такой рулет у нас получился. Сейчас я его порежу.